Здесь будет такой космос. Просто непонимание происходит. На самом деле я ничего никогда не рисовала. В смысле вагины или вульвы, или клиторы, или что-то такое. А паблик, он был создан с тем, чтобы вкладывать туда творчество художниц. В основном это, конечно, женское творчество со всего мира. В принципе, это такой момент женского эмпауэрмента, женской какой-то свободы, присвоения собственной сексуальности. Это такая очень обширная, богатая тема, о которой можно долго дискутировать. Что нет какой-то единой нормы того, как правильно быть мальчиком или девочкой, в будущем там, мужчиной или женщиной. И, в принципе, постановка очень наивная, очень простая, рассказывающая, что, например, да, мальчики могут плакать, и да, девочка может быть сильной. Гендерные стереотипы, да, то есть эту постановку я видела в зале, я была с другими родителями приглашена, и я увидела, что никакой абсолютно там пропаганды и чего-то тем ненужных не было затронуто, это абсолютно 100%. Серьезный прецедент и показатель для всех, кто занимается ЛГБТ-активизмом так или иначе, или даже, знаете, просто находится около этой темы, особенно если вот человек имеет счастье или несчастье как-то затрагивать детей, работать с ними, работать около них, быть связанным с кем-то, кто работает с детьми.